Здорово, родные мои. Сейчас музыку нормальную включу. Вот вы реально заебали. Вот хоть кто-то сказал что-то за фон, я уже молчу. Я ведь реально молчу, нахуй. Думаю, все, сижу, жду какого-то комплимента. Да пошли вы нахуй, ёпта все, блядь. Хуй я для вас стараться буду, идете в пизду все. Хуй вам, а не Хэллоуин, блядь. Будете дерьмо жрать на Новый год, блядь. С этим, с углем, нахуй, в мешке, блядь. Охуенный Марк. Спасибо, я знаю, что я напросился, гандон, блядь. Рассказываю вам за вчерашний свой день. Я ж вчера вообще напи***чился пиво. Я себя реально каким-то пивом ебучим чувствовал. Это вообще ужас, блядь. Вы все знаете, что я пиво, ну, типа, не пью, да? Пиво я вообще нахуй не пью от слова совсем. Я, то есть, пью вино. И вчера я сварил раков. Сделал, сука, это солянку. Ой, я того мать. Я вчера нахуй по квартире ходил. Я все углы своей жопы собирал. Я просто как ебаная пьяная дура ходил, блядь. Меня лево-право нахуй шатало. Да что ж такое-то? Это я раков сварил 20 штук нахуй. А это соляночку я приготовил тоже вчера. Ой, блять, какая она вкусная была. Посмотрите, какие колбаски, ёпта, в солянке лежат. Там огурчик и, блять, колбаски. Ай-яй-яй. Это таракан из квартиры? Гритос, ты на комнату свою обконча. Все негры пи***расы. Это ты где тут решил, блядь? Короче, спасибо за донат, осуждаю тебя, белгородский, не... Нехта, блядь, осуждаю твой донат, пысёс. Прикиньте, чё, шутки шутками, чел, помните, позапрошлые стримы, рассказываю, помните, чел донатил про мой форд, ебать, то, что он шилдик из форда спи***л. У меня на багажнике шилдик исчез. Я не знаю, то ли он просто отвалился, то ли реально какая-то мразь ебать спи***. Клянусь вам, блядь, чтобы вы поняли, у меня шилдик на форде, сука, китайский висит, блядь. Китайский! За 150 рублей! Кому он нахуй нужен? Это я, значит, время традиционной загадки. Да! Какому навыку ты мог бы научить Катю Якоди, чтобы какому? Она продвинулась в творчестве? Правильно, горловое пение. Спасибо, Найтвульф! Ваши, сука, анекдоты и загадки, как всегда, на уровне. Я за кальяном, нахуй. Какой ужас, ебаный, рот закрыл нахуй! Схуя ли ты пишешь ужас, ебаный? Слышишь, ты, свинья ебаная, сам встань с кресла и посмотри на себя, блядь. Конечно, нахуй. А, у кого 6 сантиметров? Вы долбоебы? Бля, я прям ща на стриме надрачу хуй и вывали его, отвечаю, блядь. У вас всех комплекс до конца жизни появится, уёбки, блядь. У меня просто трусы не по размеру, они хуй, блядь, вообще жестко, блядь, в жопу затолкали мою, блядь. Олени ебаные, трусы мои старый размер, блядь. Вы оденьте трусы на размером меньше, ёб, у вас хуй, блядь, в жопу воткнется, ваш уже. Чел пишет, у тебя ляжка толщиной с меня, блядь. Это называется мужская нога, долбоёб. У тебя на заднем фоне сперма человека-паука. Даже не знаю, ты опять стерпел или все так и уберешь. Да вы заеб... Ох ты! Сука, чучело ебаные! Вы, пацаны, шутки шутками, блядь! Я тут изъебался, блядь! Я эту ебучую паутину растягивал минут 40, блядь! Вы знаете, как тяжело, блядь, с ней? Я сейчас встану! Зацените вот, просто фокус на мне. Зацените, блядь, ну... всю комнату, блядь, охуительно же выглядит, не? Пизда-то! Да чё, фу, блядь! Я не знаю, где мои шорты, вы заебёте, блядь. Я хуй большой в натуре говорю. Не заставляйте надрачивать. А-а-а! Сиськи! В смысле, 3 сантиметра 6 же было, блядь. Есть 2 стула. Да. На одном пике точёные, на другом хуи дрочёные. На какой сам сядешь, на каком мать в Бахмут отправишь? Моя мама в Бахмут никогда не отправится, долбоёб. Возьму пики точёные, с рубли хуи дрочёные. На один сам сяду, на второй мать посажу. Как-то так там говорится, ёб. Я ж сидевший, блядь. Видишь, паука? Это значит, на зоне пизданул кого-то в спину нахуй ножом. Привет, Марк. Хорошего у тебя стрима. Здорово, брат. Вот такого контента уморительного, как у тебя на Твиче. Спасибо. Реально без хуйни, спасибо, Африкан. Спасибо, брат. Порядочный донат сейчас был, от души, бля. Я думал, мне только гадости в последнее время все донатить могут, нахуй. Также забыл добавить, что все негры пидорасы. Ай, вся твоя семья такая, понял, сука, сын ебаной метелки, бля. Плюс чат, кому нравится реально фон. Ну ебать, типа Хэллоуин какой-то ощущается, я реально заебался. Час я это все украшал. Скелет 5000 стоил! 5000 скелет стоил! О!
реально, ну, типа, ебать. Тут пауки! Вот пауки! Все в пауках! Да не 3 сантиметра у меня, сука! Надень штаны, тварь ебливая, что за неуважение твою жирную душу на шампур насажу. Да я не ебу, где мои шорты, их найти не смог. Ща, блядь. Я думал, это секс к стриму прибавит чуть-чуть, блядь. Нахуй вы мне комплексы прививаете, у вас 3 сантиметра в стояке, нахуй. Бля, вот вы никогда не задумывались, вот пацаны, вот девочки сейчас меня, возможно, не поймут. Вот пацаны, реально, вот у нас в лежачем состоянии, ну, вот такой хуй примерно. Ну, это я утрирую, конечно, чуть-чуть поменьше может быть. Ага, ну он встает, он вот такой становится. Как это работает, блядь? Там какой-то Босс импотент, бать у тебя импотент. Там какой-то, блядь, как нет. Там какой-то механизм въезжает, он увеличивается или чё, я хуй пойми, ёб. Днём повесил кусочек сала за окном, ой. Да когда птица есть такая, долбоёбы, блядь. Знаете, за что я люблю русский язык? За то, что он реально обширный и реально есть очень много слов, ёб, в нём. Всем привет, а я Никита, я подписчик кореша. Привет! Пидарас? Здорово, пуч. Нахуя? Флав, как стримишь, совсем рехнулся, что ли, блядь? Нахуй ты вот эту комнату украсил всякой хуйней ненужной, бесполезной, блядь? Игнатовские праздники отмечаешь или позируешь? Нахуй это нужно? Давай тогда отмечать наши праздники славянские, блядь. Сейчас объясню, почему украсил комнату, какие там папоротни, когда цветет, там, день Ивана Купала, блядь. Нахуй ты их, там, вербное воскресенье. Чё ты хуйню какую-то отмечаешь, а то забываешь, ебать. Давай, что ты натяни, чё ты как, блядь, хуй пойми кто. День Ивана Купала, блядь. Мне что на день Ивана Купала, блядь? Всю комнату водой, нахуй, с ведрами обвесить и картину, блядь, Ивана Купала, нахуй, повесить или чё, блядь? Я для чего комнату, нахуй, украсил? Хэллоуин 31-го я решил небольшой интерактив сделать для своих подписчиков. Я не буду раскрывать карты, но в Хэллоуин будет у нас интерактив небольшой на стриме, вам понравится. Короче. Рассказываю. Эту хуйню я на Вайлдберрисе купил за 700 рублей. 768, если быть точным. Я вообще купил ее для антуража сзади, блять. По фоткам, нахуй, это должна была быть огромнейшая тыква, в которую я планировал конфет напихать, блять. Сюда, сука, 2 леденца влезет, блять. И то, нахуй, один, походу, с половиной, блять. Пришла, вот, пожалуйста, блять. Что мне с этим делать, нахуй? Я подумал, эта тыква огромная будет такая, блять. Пластиковый, в него конфет накидаю, сука, блядь. Не понимаю, как такие люди, как Easter Skills, взяли рекламу такого необразованного свина, как у тебя. Напомни, когда там Вторая мировая началась. В 39-м закончил и в 45-м. Высосил хуйца, ублюдок, блядь. Без гугла, ёпта. Здравствуйте, Марк де Гритас. Сообщество иллюминатов очень заинтересовано в вашей просьбе пытаться обратить внимание на искренний знак Адама. Чё, блядь, чё за знак Адама? Это кто, блядь? Это Адам! Все, ёпта, его Адам зовут! Вот мы имя придумали! Адам! Адам! Ты как? Братишка мой! Кто это, блядь? Кто это? Какая Алла? Я видел, блядь, маму Винмонта. Это не мама Винмонта. Это сестра... Стоп, это реально сестра Винмонта, блядь? А нахуй ты мне это кидаешь, блядь? Алло. Алло. Брат, это кто? А можешь сказать, кто это кинул просто? Сейчас скажу, в донате Playboy Димка. Ну все, этого хуесоса пермочным забанил, нахуй. А кто это? Сеструха моя. А нахуй он твою сестру скинул, он долбоёб? Да ебаные дети шлюх, нахуй. Я твоей матери просто наебло срал, блядь, и череп ей вскрывал, сукиной дочери, блядь, GTA 5 RP, нахуй. Ебать вы похожи, братух. Весь такой. Да ну не показывай, долбоёб, нахуй ты показ, блядь. Вот просто ублюдина, нахуй. Мне твою маму, блядь, на фул вывести или чё, блядь? Я твою маму выведу потом, сука! Эй! Как тебе мое оформление комнаты? Ну, пиздатая, пиздат, мне нравки. А ты чё расстроенный? Я смотрел весь свой стрим, это было ужасно, Винман. Да иди нахуй. Да я виноват, смотри, у тебя, вот, ты можешь с кадра уйти, чтобы паутину зафокусила твою? Вот какого хуя у тебя паутина адекватная? У меня, блядь, из пизды шерсти, блядь, старой бабки, нахуй. Просто паутина, блядь, пришла. Ну я чё в этом виноват, нахуй? Просто реально из пизды какой-то бабки сбрили волосы, блядь, и мне в паутине виде продали, блядь. Ну паутина, пизда, я не понимаю, посмотри, вот она у тебя как вообще, вот еще. Чего она идет? Она какая-то... У меня просто... Ну, ты видел, что у меня было. У меня как будто паутина из ваты. Из ваты паутина. Из ваты? А у меня есть какие-то волос, нахуй, чтобы ты понимал, блядь. Так это ваша НАТО, ебаный, у вас ваты нет, блядь. А, в НАТО. Нету продуктов, нахуй, согласен. Да, тут один, и мне вообще не нужен никто. Я сам на себе дачу, все, твой любимый фрукт ремонт. Давно хотел брать и жизнь, и лифтинки отца, который так стыдно, ты видишь, растет, но они рты скрутят.